Приветствую, православные! Мы продолжаем ежедневное чтение Евангелия с Русской Православной Церкви на площадке Русской Иконописной Школы. И сегодня, в четверг, 28 сентября, мы читаем рядовое чтение вместе с Церковью. То есть, еще раз, не великомученика, а рядовое, ну, потому что мы так условились. В этом цикле мы читаем рядовые чтения с Церковью на протяжении года. Итак, Марка, 52 зачало, 11 глава, с 27 по 33 стих. «И пришли опять в Иерусалим, и когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники, книжники и старейшины, и говорили ему, какой властью ты это делаешь, и кто дал тебе власть делать это? Иисус сказал им в ответ, спрошу и я вас об одном, отвечайте мне, тогда и я скажу вам, какой властью это делаю». «Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне». Они рассуждали между собой. «Если скажем с небес, то он скажет, почему же вы не поверили ему? А сказать от человеков боялись народу, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк. И сказали в ответ Иисусу, не знаем. Тогда Иисус сказал им в ответ, и я не скажу вам, какой властью это делаю». Тоже такой интересный момент. Вот давайте посмотрим на общий спектр вопросов, которые Господу задаются. Ну, откровенно говоря, вопросы не всегда умные и не всегда вот такие правильные. Да? Вспомним, например, когда приходит юноша и говорит, «Учитель, скажи брату, чтобы разделил со мной наследство». То есть для этого человека Господь, Творец всего космоса, должен выступить судьей в споре за наследство. Или, опять же, вот приходит еврейская мама и говорит, а вот можно, чтобы когда ты будешь во славе твоей воцаряться над вселенной, чтобы один мой сын сидел слева от тебя, а другой справа от тебя, ну, чтобы вот прям устроить сразу. А третий говорит, а вот представим себе случай, 6 братьев, и вот одна женщина, и все они жили с этой женщиной и умерли, и по воскресенье чья же она будет жена? Ну, то есть это вот вопросы из анкетки, да, вот вы едете в двухместной машине, и тут вот с вами мама, и тут вы встречаете вашу любовь, и что же, ну, вот эти вот девчачьи анкеты вот в школьных тетрадочках, или вот эти опросники такие странные. У вас есть 3 желания, а и спасти можно только вот, да, 3, вот что же с этим делать, а тут вот кого же вы спасете. Ну, то есть самые разные вопросы Господу предлагают, и он, заметим, никого не отпускает ни с чем. И это тоже, вот пусть будет темой для размышлений на сегодняшний день, что Господь никого из искренне его ищущих не отпустил ни с чем, не оставил с фигой. Нет. Но вот на некоторые вопросы Господь не отвечает. Это вот как раз, когда спрашивают его на суде, почему он не пытается оправдаться, а там уже все ясно, там, собственно, вопроса нет. И Пилат его спрашивает, мне ли не отвечаешь? И Господь тоже не отвечает, потому что, ну, а тут чего говорить-то? Все уже тут опять решено. И вот тут, вот это же не самый глупый вопрос. Ну, по крайней мере, умнее, чем вот, а пусть мои сыночки сядут слева и справа от тебя, Господи. Или, а вот, ну, совершенно теоретический вопрос, вот чтобы было 6 братьев, и все они жили с одной женщиной, ну, не одновременно, а друг за другом, и вот чья же она будет жена по воскресенье, ну, не об этом же. А тут вот какой властью ты это делаешь? И Господь говорит, а вот Иоанн вам как свидетель? Ведь он, на самом деле, не только кажется, что это вопрос на вопрос. Вот это иудейская традиция отвечать вопросом на вопрос. И я вам отвечу, но и вы мне сначала ответьте. Крещение Иоанна с небес было ли от человеков? И вот это и был ответ на вопрос. То есть, а Иоанн говорил, за мною идет больше меня. Но фарисеям истина оказалась не нужна. Собственно, вот поэтому они ответа и не получают. Поэтому вот это, с одной стороны, повод к оптимизму. Какой бы глупый вопрос мы ни задавали Господу, Господь отвечает на все вопросы, которые ему искренне задают. То есть вот, можно же было ответить, а мы полагаем, что Иоанн шарлатан. Ну, как бы вот, платой за это было бы падение и уничтожение репутации в народе, потому что народ чтил Иоанна. Ну, тогда Господь бы тоже мог бы ответить. Вот вы мне ответили, ну, вот и я вам отвечу. Ну, они сказали, фарисеи сказали Иисусу, не знаем. Хотя, на самом деле, подозревали. Да? Тогда Иисус сказал, вот это и я не скажу вам, потому что, ну, вот, двуличие в отношении с Господом быть не должно. Это и пусть будет тема для размышлений на грядущий день. Берегите себя и вопрошайте Господа искренне, православные.